Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HMD Skyline, и сейчас я покажу вам, как проверить, узнать номер IMEI, а также серийный номер. Итак, открываем телефон, открываем клавиатуру и вводим код звездочка решетка 06 решетка. И таким образом узнаем номер IMEI, а также серийный номер. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.